продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Тепловизоры, приборы поиска, спасательное оборудование. Без всего этого не обходится ни одна спасательная операция. В снаряжении у сотрудников МЧС Тувы есть и современные гаджеты. К примеру, квадрокоптеры, которые сегодня активно используются в случаях ЧС. Это DJI Phantom 4 Pro Plus, это DJI Inspire 1. Данные беспилотные летательные аппараты могут улетать от пульта, от оператора на 5 километров. Да. Рабочая высота у нас обычно 100-150 метров, но они могут подняться до 700 метров, то есть по высоте. Данные летательные аппараты мы используем для поиска пропавших людей на воде, в горно-таежной местности. Это очень удобное поисковое оборудование, то есть... Если открытая местность, то спасателям уже не приходится много километров ходить и искать человека. То есть мы можем запустить такой аппарат, и в течение 25 минут на одной батарейке он будет находиться в воздухе и производить нужные поиски. Сегодня 27 декабря, в день основания чрезвычайного ведомства, в правительстве Тувы чествовали и награждали тех, которые по первому зову приходят на помощь. «528» – цифра внушительная, если вдуматься, что столько жизней было спасено за 2018 год тувинскими спасателями, пожарными, сотрудниками силовых структур. Каждый из этих спасенных людей попали в опасные и непростые ситуации. Артыш Маскыров, спасатель-водолаз, не раз участвовал в поисковых операциях, говорит, что и в трескучие морозы, и в испепеляющую жару идет под воду с обмундированием весом 60 килограммов. Перед вами это гидрокостюм сухого типа, то есть мы в ней работаем в зимнее время. Материал неопреновый, 4-5 миллиметров, он, то есть, можно сказать, вообще водонепроницаемый. Еще вот шлем, полумаска лицевая, ласту водолаза, ну, чтобы увеличивать скорость водолаза при работе. Еще жилет-компенсатор плавучести называется, это вещь, и регулятор дыхания. В день 28-й годовщины основания чрезвычайного министерства Андрей Назаров, начальник управления регионального МЧС, подводя итоги уходящего года, подчеркивает, что в этом году спасенных жизней больше по сравнению с 2017-м. По всем показателям у нас хорошие результаты, по количеству пожаров, по погибшим людям, значит, по снижению. Количество пожаров, погибших людей, травмированных на пожарах, по снижению чрезвычайных ситуаций. Значит, в целом год прошел благополучно. Вся территориальная подсистема РЧС Республики Тыва отработала достойно во взаимодействии друг с другом. Чрезвычайные ситуации, конечно, были такие сложные, тяжелые, связанные с паводком в Кызыльском районе, с биолого-социальной чрезвычайной ситуацией в Баренхимчикском районе, но все справились достойно. Потопление в Кахеме, потопление моста Стухыре, вспышка сибирской язвы – вот основные ЧС 2018-го. Именно силами тувинских спасателей, сотрудников МЧС, ущерб и вред от них был минимизирован. Аяс Арыглар, руководитель службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона, рассказал, что это результат постоянных тренировок. У нас ежедневные тоже будут занятия, каждый спасатель занимается. И кроме этого мы повышаем квалификацию. Например, в этом году мы направляли аварийно-восстановительной службы 12 ребят для обучения город Красноярск. Там они обучались газоспасателей, горноспасателей и разлив нефтяных продукций. Вот таких. И, например, год мы стараемся по 2-3 человека отправлять именно водолазные. Понимаешь? И, конечно же, эти ребята, спасатели, получается, проходят аттестацию. Сотрудники чрезвычайного ведомства, настоящие профессионалы, способны реагировать на различные происшествия на земле, в воздухе, на воде и под водой. Они постоянно на посту. Даже в свой профессиональный праздник они не дремлют, а находятся на боевом дежурстве. Накануне в Кызыле прошла конференция по профилактике преступности, в частности, среди несовершеннолетних. «Народ против преступности» – так называется манифест общественных организаций региона, которые по итогам конференции должны принять меры по противодействию преступности. В этом деле в первую очередь нужно занять досуг подростков, говорит Юрий Караул.
Прежде всего, есть у нас несколько организаций. Есть несколько организаций патриотического направления. Это Союз десантников, Союз афганцев, Боевое братство и Союз ветеранов правоохранительных органов, спецназа. Все мы консолидированы под патриотической организацией, ассоциацией «Сокол». И мы сейчас взяли единый курс направления вместе с Министерством образования и теми площадками, которые есть, учреждения Министерства обороны, президентское кадетское училище, 55-я бригада, военная кафедра Тюменского государственного университета. И также взаимодействуем с военно-инженерным институтом города Красноярска. Все эти площадки работают во благо уставных этих наших задач военно-патриотического направления, юная армия. И в этом направлении мы работаем. Не только людей мы готовим для защиты Отечества и так далее. Есть и у нас такие направления, эстетическое направление, нравственное направление и, ну, правовое направление. Это все в комплексе мы стараемся. И для этого мы здесь сегодня присутствуют здесь и религиозные, как бы сказать, сообщества здесь, и диаспора, как я сказал. Профилактике преступлений среди школьников правительством республики также уделяется много внимания. Принимаются меры по сдерживанию подростковой преступности на территории региона. Так, по итогам первой республиканской конференции главой региона был разработан комплексный план, предусматривающий мероприятия по сокращению преступности несовершеннолетних. Однако статистика говорит об обратном. По данным начальника департамента региональной безопасности Виктора Найола, в Туве с 2014 года не прекращается рост числа совершенных подростками преступлений, за исключением 2016-го. Необходимо указать, что из расследованных 313 уголовных дел только 155 было совершено в 2018 году. Остальные 158 – это уголовные дела прошлых лет. Кроме того, на конференции были затронуты вопросы спортивно-оздоровительной работы подростков в муниципальных образованиях региона и об организации взаимодействия органов государственной власти в данном вопросе. Так, по итогам конференции в первую очередь было решено направлять детей из социальных семей в патриотические организации. С 1 января 2019 года неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 25%. Эта норма федерального закона о страховых пенсиях должна была вступить в силу с 1 января 2020 года. Однако с принятием закона сроки реализации сдвинуты на 2019 год. Общеустановленный размер фиксированной выплаты, который с 1 января 2019 года будет составлять 5 334 рубля 19 копеек, планируется увеличить для сельских пенсионеров, имеющих 30-летний стаж, дополнительно на 25%. Увеличение составит 1 333 рубля 55 копеек. Отметим, что в 30 лет стажа на селе засчитывается не любая работа, а только работа на определенном производстве. Это растениеводство, животноводство. Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности будет произведен с 1 января 2019 года без подачи пенсионерам заявления при наличии в выплатном деле необходимой информации. И о курсах валют: доллар стоит 68 рублей 65 копеек, евро 78 рублей 38 копеек. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно. Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва Связинформ» или в представительствах компании в Кажунах Республики Тыва. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3.
На посту Шевелык инспекторами ГИБДД пресечен факт незаконной перевозки 500 литров спиртосодержащей продукции. Так, 25 декабря около 20 часов на стационарном посту ДПС Шевелык сотрудниками госавтоинспекции для проверки была остановлена машина марки Kia Bongo под управлением 49-летнего жителя города Чадана. При осмотре транспортного средства в бортовом кузове было обнаружено изъято 25 коробок, в которых перевозилась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта общим объемом 500 литров. Помимо водителя, в салоне грузовика находился пассажир, 30-летний житель Хакасии. Водитель и пассажир доставлены в дежурную часть пункта полиции города Туран для дальнейшего разбирательства. Спиртосодержащая жидкость изъята. В случае, если вина мужчин будет доказана, им грозит наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей и лишения свободы на срок до 3 лет. Сегодня в мэрии Кызыла прошло совещание по мерам безопасности в праздничные дни. Так, с 29 декабря в Кызыле вводится режим повышенной готовности. Это означает, что все оперативные службы будут работать в усиленном режиме вплоть до 9 января. Также сообщили 19 января, что в этом году, как и в предыдущие, крещенские купания пройдут на Вавилинском затоне. Глубина купели будет составлять 1,75 метров. Сейчас толщина льда на Енисее порядка 70 сантиметров. На пути к месту крещенских купаний появятся указатели. Будут организованы пассажироперевозки. Нести дежурство будут две машины ГИБДД и одна скорая помощи. Для купающихся установят две палатки. Для женщин и мужчин также будет организована и палатка для VIP-гостей. Во время купания планируется подавать горячий чай. Также на Комитете чрезвычайных ситуаций озвучен предстоящий прогноз погоды. До Нового года ожидается резкое понижение наружной температуры до минус 47 градусов. Но уже к вечеру 31 декабря столбик термометра будет держаться на отметке минус 35. В январе средняя температура воздуха будет составлять минус 27, минус 33 градусов. Снег ожидается в первой пятидневке Нового года. В третьей декаде января прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 38, до минус 43 градусов мороза. По республике малооблачно, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. В Кызыле малооблачно, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 39, минус 41, днем от минус 30 до минус 32 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.